Смеялась, а люди не увидели. Хорошо. А я тебя не вижу. А как ты меня не видишь? Вообще не вижу. А, ты меня не видишь. А ты меня не видишь, потому что у меня теперь только одна камера, веб-камера. Так, слушай, это То нехорошо, что есть... ты меня не видишь. Да, то есть ты, потому что я видеть тебя в Фейсбуке-то я буду, но там же задержка идет. Да, ну я пересел за сынов компьютер, все тут перенастроил, оно существенно все у меня теперь мощнее, но надо мне придумать в следующий раз, Марин, уже, наверное, я сейчас не смогу, чтобы ты меня видела. Ну, хорошо, давай будем так. По голосу. По голосу. Ладно. На таланте. Как помнишь. «Раба любви» — старый советский фильм. Да. А может, я, говорит, сценариев почитаю? Да вы что, с ума сошли сценариев читать? Шпионы кругом воруют сценарии. На таланте? То есть сценариев не читаем. О, а мы уже в эфире. На таланте, да, мы в эфире. Прекрасно. Да, и здравствуйте, друзья. Сегодня у нас живительное воскресенье. Вчера я пек плюшки и прославился в интернете. Как знатный плюшковод. Знатный плюшковод. Вот, действительно, тесто сварил на целую, замесил на целую роту. В итоге половину в морозильнике. Но я люблю просто, я иногда вот тут вот думаю, что вот чем бы я занялся бы, если бы вот я бы вот что-нибудь бы вкусненькое бы такое, этакое делал, и я стараюсь, как вот хобби у меня, что-нибудь этакое в первый раз попробовать спечь или там сварить или пожарить. Вот. И я решил сделать, потому что еще обещал, сыну обещал, сделать плюшек в духовке. И у меня получилось на 50%. То есть выглядят они классно, на вкус они удовлетворительные, скажем так. Ну, то есть отец их доедает. Семья их попробовала, сказала, так политкорректно, ну, хорошие, хорошие. Это к вопросу о том, кто чем занимается в свободное от посещения улицы время. Чем ты, Марина, радуешься и радуешь своих? Ну, чем? Чем я радуюсь? Ну, наверное, самое святое место в квартире – это велодорожка, которую мы приобрели не так... Ну, то есть мы уже знали, что грядет, не думали, что грядет так серьезно. Вот. Ну, пожалуй, сейчас это мое любимое место в квартире, потому что это дает возможность... О, я зависла. Не может быть. Ага, все отвисло. Отлично. Вот, ну, потому что это возможность прогуляться, да, причем так, прогуляться не мелкими перебежками до магазина, а так фундаментально, основательно, да, прогуляться там на несколько километров. В общем, и он стоит напротив телевизора, поэтому тоже прекрасно можно совмещать приятное с полезным. Так что вот. Друзья, если вы нас смотрите, поделитесь, пожалуйста, чем вы радуетесь. Ну, чем уже мы как-то... Люди же все равно находят возможность чем-то порадоваться. Чем вы радуетесь сами и радуете своих близких, друзей? Что у вас получается особо вкусно во всех смыслах этого слова и полезно? Напишите, я имею возможность видеть ваши комментарии. Марина тоже с радостью поделится. Чем мы спасаемся? Какие у нас еще могут быть идеи насчет того, чем спасаться в эти дни? Что ты слышала интересного от людей? Ты знаешь, вот ты как-то еще спросил, да, я поняла, что в основном я, ну, не то чтобы спасаюсь, да, а... Радуюсь, наверное, в большей степени, да, работой, потому что работа у меня не сложная, не физическая, а связанная с общением с людьми.
И в этом плане не сильно много изменилось с введением карантина, потому что я как работала онлайн, так и продолжаю. Ну, пожалуй, это то, что большую часть времени забирает. И, в общем, периодически я радуюсь тем, что я пописываю статьи, которые мне нужно прям срочно-срочно дописывать, да, чтобы все-таки выродить книгу, которая все никак не выродится, да, в силу того, что все время было некогда. А тут уже и заперли меня в четырех стенах и сказали, вот сиди, и вот тебе все условия. И все равно как-то никак. Вот. Поэтому не спасаюсь, но наслаждаюсь всякими разными интеллектуальными делами. Потом хватаю какую-нибудь книжку, почитаю, отвлекусь, брошу, потом решаю, что уже к ней вернуться, потом как-нибудь хватаю следующую. Ну, в общем, такой мечущийся разум. Вот, такие дела. Какие есть еще варианты? Ну, вот вкусняшки люди готовят, уборку проводят, да, в каких-нибудь труднодоступных местах в своих жилищах. Я тут затеял еще одну живительную среду, только не ревнуй, пожалуйста. Мы по четвергам встречаемся с Романом Перельштейном по поводу творчества Зинаиды Миркиной и Григория Померанца. У нас получается так от души поговорить, это в большей степени выглядит как мое интервью Романа, то есть это не на двоих разговоры, а именно вот в таком формате. Однако совершенно такое очень такое теплое ощущение от этого в каждый раз остается. Вот буквально, то есть вот от нашего общения остается такое. Как это? Ну, вот слов-то мы еще не придумали для этого. Такое вот ощущение такой теплоты. Не телесной, а такой какой-то очень душевной. Ну, душевной теплоты. И у Атармана. И там возникла такая идея. У нас же сейчас заканчивается, еще 2 недели осталось, большой курс, 10-недельный по спиральной динамике. И на «Бирюзовой истории» я обычно рассказываю про Зинаиду Миркину. И про Григория Соломоновича. О том, что уж я не знаю, там бирюзовое оно или нет, но оно очень про то состояние ума и души, которое крайне бывает нужным на вот этих очень взрослых формах человечности, про которые мы на последних неделях рассказываем. И Роман Перельштейн, он правообладатель этой всей темы, и он любезно согласился, чтобы мы сделали с учениками нашей, со студентами нашего курса такой флешмоб. Мы будем начитывать стихи Зинаиды Александровны. И мы сделаем из этого фильм. То есть об этом еще никто даже не знает. Я еще своим даже не успел никому об этом сказать. То есть мы сделаем фильм из вот этих замечательных стихов. Я на память, наизусть помню только одно. И то, может быть, не все слова. Прервать всегдашнее кочевье, не в сторону и не вперед остановиться, как деревья. И вдруг заметить в вечность вход. Вот в те молчащие высоты. И вдруг узнать, взлетая ввысь, что есть незыблемое что-то. Что смерть проходит, а не жизнь. Вот это стихотворение Зинаиды Александровны, я вот единственный, который помню прямо наизусть, потому что оно врезалось. Оно как вошло и у меня как это таким очень правильным ножом, такой, или как у Пуа Гребенщиковского, такой стрелой. Я ранен, помнишь этот, светлой стрелой меня не излечит. Вот такой стрелой оно у меня вошло и осталось. И мы будем читать стихи Зинаиды Александровны, кто захочет, конечно. И это тоже о том, чем мы спасаемся. Стихами спасаемся. Марининными стихами спасаемся. Марина, у тебя были совершенно замечательные стихи. Ты не сможешь быстренько найти, прочитать нам какой-нибудь из своих новых? Ой, наверное, достаточно сложно это будет сделать, да, потому что так-то я их не вспомню.
Ну, пока Марина ищет стихотворение, я хочу опять же попросить наших участников, можно писать. Если вы смотрите нас в записи, ну, например, вы смотрите нас на YouTube, когда уже живительное наше воскресенье прошло, оставьте на YouTube стихотворение, но оно же так или иначе попадет либо в нас, как стрела, я его Марине покажу. Оно попадет в тех, кто потом это видео будет смотреть. Оно попадет, оно лишний раз попадет, выстрелит в вас. То есть какими стихами? А вот все сейчас цитируют Бродского вот это старое стихотворение: «Не выходи из комнаты, не повторяй ошибку». Помнишь вот это вот? Да. Очень смешно. Я его вспомнила и в формате коронавируса. Я его видела по ссылке, смотрела эту новую Да, ну вот масяню. она же из оттуда же, а потом и, собственно, и сам Бродский со всеми этими стихами замелькал в ленте фейсбучной, так сказать, на Ютубе у меня в рекомендациях замелькал. Вот. Не удалось тебе ничего найти сейчас нам почитать? Я не знаю, настроение такое после Бродского и Масяни. Хорошо. Ой, не знаю, насколько это ценно будет, во всяком случае, сейчас. Но если это мы сделаем это ценно, Марина, да? Сделаем это ценно. Да, наверное, надо было поискать что-нибудь более веселое, да, но так или иначе. Ну, в том числе и про то, что происходит, да? «Нить» называется стихотворение. Вот, собственно, да, нашла одно из таких последних. «Есть какая-то тонкая схема, невесомая нить мироздания, что меня бережет от падения, помогает пройти испытания, не дает оступиться в тумане, от беды отводит за руку, не пускает сорваться в бездну, в кураже лихом или от скуки. За любой потерей, простоем, за любым моим невезением вижу я, как от бед спасает раз за разом с безмерным терпением. Может, это мой ангел-хранитель или схема пожизненной роли? Только знаю, что если послушать, я смогу избежать сильной боли. Если жарко, не нужно лезть в пекло. Если нет вдохновения, не злиться. Если отклика нет, послушать, чтобы чуду позволить случиться. Если лень, значит, просто не время. Если страх, полюбить в нем опасность. Я люблю эту нить мироздания, что плетет в моей жизни ясность». Вот. Я когда это твое стихотворение увидел, ну, я, во-первых, конечно, оно меня сразу прострелило насквозь. Вот, для меня тема с нитями, она всегда очень трепетна. Но я вот за этим стихотворением, Марин, во-первых, спасибо, я же что зачастил-то. Ты прочитал стихотворение, и Боляев зачастил, как обычно. Прекрасно, спасибо. Вот. Спасибо тебе большое. За то, что ты вот за то, что ты этим стихам даешь жизнь. Ну, то есть, вот ты их, они через ну, они твои дети, да? Вот как у Зинаиды Александровны, кстати. Она. О, еще одно стихотворение, неужели я его сейчас вспомню? Я только недавно узнала, как тяжко быть очень большой. И небывалой для всех непонятной душой, как тяжко быть вечно в ответе за всех, ни одно существо не в чуже, и все мои дети, и старше меня никого, написала женщина в 90-м, на 9-м десятке году своей жизни. И вот я вот это вспомнил, как вот они все твои дети, ну, твои стихи, правда? И они как бы вот ими тобою живы. И нашей живительным воскресеньем, живительной средой они тоже живы. Я вот очень. Я только недавно, мне сколько, мне лет-то? С 72-го года, это я, значит, сколько? 48 в этом году будет. Я только недавно ощутил, наверное, если не в этом году, может, то в прошлом, вот эту вещь, про которую ты пишешь.
про то, что совершенно отчетливо есть какое-то основание во мне, совершенно незыблемое, которое я помню с рождения, ну, вот сколько себя помню, с которым я редко отождествлял себя, которое, конечно же, является мной, и которая абсолютно уверена в том, что все идет очень правильно, которая совершенно точно вытаскивает меня верой, и это и есть какое-то средоточие веры во мне. И вот эту нить, про которую ты пишешь, я ее узнал в твоих, я ее узнал в себе и узнал в твоих стихах. Вот спасибо тебе большое, потому что это даже когда сказка эта писалась, она вот она еще не была так вот прямо, чтобы вот прям взять сознанием, оп, и нащупать. Вот такого я еще не умел тогда делать. И если уж мы сегодня говорим про Миркину с Померанцем, то той же Зинаиде Александровне принадлежат слова, что я говорю, теперь я точно знаю, что 80 лет жизни только начинается, перефразирую известную советскую фразу из фильма про 40 лет. Так вот, у нас с каждым нашим стихотворением жизнь абсолютно точно начинается. И с каждым вот этим заземлением внутри, про ту нить, которая Марина пишет, она же вот, вот одно из ощущений, когда я ее нашел, это то, что для этой нити, вот я хочется свериться с тобой, Марин, такое чувство, что жизнь, она начинается прямо вот, каждый день, ну, то есть у каждой, не знаю, минуту, час, то есть такое, вот, опять же, прости, что-то прям меня понесло. Подожди, сейчас я тебе еще давай, скажу. Давай, формулируй. Прям вот одно за другой стало за нитки закручиваться, петельки. У нас вот в чате участников этого самого нашего курса завязался разговор о том, что, ну вот я на желтом рассказал эту свою идею о том, что ну, сознание существенно больше, чем любая я концепция. Что все, что мы считаем собой, наше эго, это то, что, собственно, нам мешает быть тотально свободными, как на желтом это и реализуется. И у людей это забурлило, они стали приводить примеры совершенно. И там возникла тема, которая навела меня на один мой старый-старый рассказ, которому, наверное, по меньшей мере лет 10. Вообрази себе. Это тоже про нить, Марин. Угу. Ну, это фантастический рассказ. То есть инопланетяне, космос, все как надо. И вот нашли, значит, планету, жители которой представляют из себя воздушные шары разноцветные. То есть они летают в атмосфере и переливаются всеми цветами радуги, реализуя сумму цветов соседних шаров. Соответственно, если то они меняют цвета, то они меняют цвета, переливаясь всей планетой. Вот так вот. И это потрясло внимание людей. Люди стали как-то пытаться коммуницировать, думая, что они разумны, но удалось только вызвать некие рисунки на поверхности планеты. То есть люди придумали зонды, которые выглядели так же, как эти воздушные шары, и вот этот зонд меняет цвет, соседние шары меняют цвет в зависимости от цвета зонда, и, соответственно, им удалось там Джоконду сделать на всей поверхности планеты, на целом материком. Угу. И то есть коммуникация есть, а разум они не удалось найти. Угу. То есть им удалось манипулировать, по сути, вот этим вот сообществом, но не удалось. И они решили уже, поскольку там эти правила не позволяют добывать полезные ископаемые на планетах, если на ней обнаруживается разумная цивилизация. А поскольку шары не признали разумными, решили начать бурить. И вдруг неожиданно встретили там людей, ну то есть выглядящих как люди аборигенов,
И встретили их так, что из одного из шаров, который отделился от стаи, выпал этот абориген из гнезда этого шара, то есть изнизу, из этой вот из корзины. Он выпал, шар упал в океан, а этот человек убежал в джунгли. И с ним пытались наладить связь. И дальше там метафора такая. Люди, которые вот выпали из этого шара, они говорят: «Шар — это моя жизнь. Я каждым выдохом ее надуваю. Я мечтал стать большим, так, как другие большие. Я очень старался надувать свою жизнь. Но потом я понял, что я — это не моя жизнь. Что я — это не мой опыт. Я больше не могу быть и не хочу быть машиной по производству прошлого. Потому что все, что мы считаем собой, это наполненные огромные вот эти шары, которые вылетают в небе и переливаются, отражая соседние шары, ну как бы делая общий какой-то рисунок. И вот эта тема, что я не являюсь машиной по производству прошлого. Ну там, конечно, там еще какая-то история есть, неважно, если захочешь, ты можешь посмотреть. Но основной мотив, почему вот этот рассказ случился, что я вдруг, начиная прощупывать вот ту нить, про которую ты написала, вдруг отчетливо понял, что я не хочу отождествлять себя со своим опытом. Я не хочу ну, безусловно, опыт есть, он нужен, он важен, он копится. Это все хорошо, что я могу его учитывать. Но я не являюсь своим опытом. Я не являюсь своей жизнью. Я являюсь тем, кто проживает эту жизнь, там, или ее с ней играет, и с ней что-то. Но я не есть все, что никакие мои ожидания обо мне или чужие ожидания обо мне не есть я. И вот та тема, с которой я смог нащупать буквально кинестетически, буквально чувствуя ее в груди по поводу той неизменчивой, верящей, даже не сказать, чтобы в меня. А вот непонятно, как источник веры как таковой, верящий в красоту, в разумность, в силу, в творчество, в новое, в развитие. Вот верящая вот эта тема, она не является ни прошлым, ни будущим, она вот сейчас прямо вот так вот и живет. И вот про это написал стихи. И вот тот поток сознания, который мне надо прекратить уже, случился со мной в ответ на твои стихи, Марина. Может быть, кому-то будет от этого польза. Спасибо тебе большое. А рассказ называется «Фиеста». Потому что Здорово. фиестой называют воздушные шары. Эту планету так они назвали, эту «Фиеста», потому что «Фиеста» — это когда воздушные шары в небе летают много. И из нее бы. Мне не очень нравится этот рассказ, он сумбурно так чуть-чуть написан, там переставлены местами, ну, не синхронично написаны главы, и вроде как я думал, что это намеренно, но людям не очень понятно, кто читал его. Из него бы книгу сделать, но я спринтер, у меня длинные вещи, я так и не научился за всю жизнь писать. Вот. Как, кстати, твоя книга поживает? Да никак. Ну вот никак. Ну то О, есть. я тебя понимаю. Ну, никак она не поживает. То есть моя книга раскрывается сейчас. Вот сейчас моя книга, понимаешь? Это на самом деле, ну, не очень правильно, да, но это то, что по-настоящему может быть. Ну, то есть стараюсь делать то, что вот видится ценным и значимым. Вот сегодня утром проснулся, думаю, у нас сегодня с Мариной 12 часов среда, да? Воскресенье. Да, сегодня у нас воскресенье объявили средой. Через полчаса у меня разговор с Олегом Линецким, с которым мы что-то разбежались, теперь опять хотим сойтись. Помнишь же Олега Линецкого-то? Нет? А, ты что, даже не знаешь про него? Очень интересный персонаж из Одессы. Очень интересный. Ну, мы с ним то ругаемся, то миримся. Вот, но это нормально.
Вот. Но то, что он делает, мне импонирует. То есть я там, может, не во всем согласен, не все мне. Но я бы так делать не стал, как он, но то, как он это делает, во многом меня прямо сильно радует. И у него тоже такое же отношение ко мне. Он тоже что-то там критикует, ему тоже там что-то видится не это. Но есть некое взаимное уважение. Я считаю, что у взрослых людей это совершенно нормально. И вот мы с ним тоже после нашей встречи. И вот я думаю, во, сегодня будут две вот эти встречи. И хорошо. И это хорошо. Поэтому подарок для наших зрителей Зинаида Александровна Миркина, Григорий Соломонович Померанц, стихи Марины Демченко, сказка Баляева, рассказ фантастический «Фиеста», который на сайте у него есть, weareallconnected.ru, и Олег Линецкий, который в Фейсбуке очень интересно присутствует и который многих тоже радует своим таким интересным и теоретическим, практическим творчеством. Естественный подход. То, что он делает, он называет естественным подходом. Вот. Польза есть. Если вы досмотрели до этого момента, вот вам польза, друзья. За пользой или люди к нам приходят? Вот хороший Да, вопрос. вот хороший вопрос. Что вас у нас держит? То есть, если вы так или иначе где-то нас смотрите, если вам нравится, если вы как-то с нами, что вас? Мы-то понятно с Мариной, для чего это делаем. Ну, то есть, мы уже об этом многократно говорили. То есть, мы таким образом сами и радуемся, во-первых, и оздоровляемся, и у нас формулировки рождаются хорошие, у нас настройка рождается хорошая. И, может быть, то, что мы с Мариной делаем сейчас, это очень хорошая сонастройка к тому, чтобы сделать, и мы уже с Мариной об этом говорили, большой вот этот апгрейд нашего курса, который в прошлом году был, спиральная динамика, секретные материалы, а в следующем учебном году мы сделаем из него спиральная динамика уровень 2. Вот. И это очень хорошая сонастройка, которая нам очень будет, я думаю, полезна в этом ключе. Но что это дает вам, если дает что-нибудь? Потому что хочется думать, что дает. Ну, это настроение прежде всего, наверное. Живительное настроение. Да. Ну, а к вопросу о Ните, наверное, мне бы хотелось еще добавить, что родилось это стихотворение в неком понимании. Я не помню, с чем оно было связано, хотя это было вот там буквально 10 дней назад. Я на 1 апреля его сочинила. Такой, да, интересный опыт. Это, наверное, прежде всего для меня стихотворение о доверии, о том, что очень часто наше такое своеволие и такая тотальная уверенность в том, что наши цели правильные, и то, что мы для себя запланировали, это именно то, что нужно. Очень часто бывает, что это скорее шаг в сторону, нежели продвижение туда, куда нужно было бы двигаться. Я почему-то вспомнила сейчас, когда начала об этом говорить, пример, когда мы, не знаю, первый ли это раз был, или, может быть, там второй, ну, короче, мой сын был совсем маленький, ему было года два, наверное, он еще говорил плохо или практически не говорил, я не помню, и мы пошли с мужем втроем с ним в зоопарк. И, значит, наш Егор
двухлетний там или 2,5-летний. Ну, нет, наверное, все-таки ближе к 3 было уже. Нашел какую-то огромную палку, которая была... Ну, ему ее достаточно тяжело тащить было даже. Вот она такая была большая, но очень интересная. Она там где-то, наверное, была раза в 1,5 или в 2 больше его роста. И он так увлекся этой палкой, что он вместе с ней пошел бродить по зоопарку. А мы решили провести эксперимент, ну, собственно, вспомнит ли он о том, что он вообще сюда пришел не один, и что он может потеряться, и что это абсолютно незнакомая территория и так далее. То есть мы на достаточно большом отдалении просто шли следом за ним, а он в полной уверенности, что он и поглощенный своими делами этой палкой, он вот, собственно, бродил по зоопарку, размахивал ею, там ходил по этим аллейкам. Конечно, животные его не сильно интересовали, он был поглощен. А у нас большой такой зоопарк, такой огромный парк, прям хороший, тенистый, старый. Вот, и он, значит, по этим аллейкам ходил, размахивал этой палкой. За 1,5 часа вот этой прогулки он не вспомнил о нас ни разу. Он не повернулся, он не посмотрел в сторону, он не проверил, ну, как бы, там ли мы и где мы вообще. То есть он абсолютно был поглощен этой своей историей. История закончилась ровно тем, что он полез сквозь такой какой-то, ну, заборчик, когда это металлические просто вот колышки, и между ними 2 тонких прутика. То есть через него нужно пролезть, а за этим заборчиком находится искусственный водоем, в котором с одной стороны фламинго там и вот всякая такая живность, а с другой стороны уточки, пеликаны и вся остальная история. То есть он с этой палкой пролез через забор и уже начал перелезать, естественно, через забор. И я понимаю, что вот тут скоро он пойдет, значит, в плавание с этой палкой туда вот к уточкам. Вот. Ну и, собственно, на этом эксперимент наш провалился и закончился, потому что, естественно, я там, пробежав как энное количество там, метров, а может быть, даже и десятков, да, все-таки его схватила, забрала, напомнила о своем существовании, оттуда увела. То есть человек так и не вспомнил вообще, с кем он был, ну, как бы, вопрос вот этой тотальной, с одной стороны, самонадеянности и ощущения безопасности. Ну, безопасность это, конечно, здорово и хорошо, но вот этот момент увлеченности какой-то своей истории совершенно в отрыве, да, от существующей реальности, в том числе и, понятно, от возможных опасностей, которые есть. Мне эта история вот почему-то сейчас вспомнилась в связи с тем, что мы очень часто вот это вот увлеченные дети с этими палками достигаем каких-то поставленных самими же собою целями, да, абсолютно не задумываясь о том, где мы, с кем мы, какие могут быть риски, может быть, это и хорошо, что не задумываемся, но при этом абсолютно не соразмеряемся, находимся абсолютно в отрыве от мироздания, от этой самой нити. И для меня, наверное, эта нить, когда я о ней писала, да, и вот этот ангел-хранитель, да, это как раз-таки про то, что действительно моя жизнь изобилует совершенно сумасшедшими поступками, которые могли закончиться, ну, особенно там, по молодости, наверное, с нами, со всеми, которые могли закончиться по-разному, скажем прямо, да? Вот. Но они все настолько чудесным образом заканчивались, не просто хорошо, а даже лучше, чем можно было представить, что это наполняет меня, ну, совершенно безусловной верой в то, что если ты... Ну, вот эта вот фраза, она у меня в скайпе стоит, кстати, на превью, да, или как она там, ну, там можно фразу какую-то написать, да, в скайпе, значит, проделай, что должно, и будь, что будет. То есть это не про шапкозакидательство, да, то есть что хочешь, и типа гори оно все огнем. Для меня это про то, что да, по жизни не нужно плыть расслабленно, как щепка, да, отдавать себя на волю волнам, и куда вынесет, туда вынесет. Надо, конечно, грести, и надо лавировать, и надо подстраиваться под эти все жизненные водовороты. Но вот это абсолютное доверие к тому, что... Ну, говоря, наверное, каким-то таким религиозным христианским языком, это действительно вот эти самые, там, не знаю, там, ангел или Бог, который на своих руках нас вынесет, да, там, или ангел, который на своих крыльях несет, говоря рациональным языком, что жизнь на самом деле очень разумно устроена, и если не мешать ей делать тебе хорошо,
то будет намного больше хорошо, нежели если ты это хорошо будешь для себя организовывать сам. Это у меня старая-старая была тоже мысль какая-то, тоже ей, наверное, лет 10 или не больше. В жизни очень важно научиться такому очень такому значимому навыку. Видеть разницу между тем, когда только своими действиями, активными действиями, ты можешь подчеркнуть естественную гармонию естественного хода вещей, от того, когда своим бездействием ты можешь подчеркнуть гармонию естественного хода вещей. То есть вот этот навык, его очень важно, ну, это такая, наверное, взрослая тема. И вот буквально все, о чем ты сейчас говорила, это ответ на вопрос, вот опять же, наших участников, потому что мы выделяем, опять же, там какие-то созидательные, разрушительные свойства каждой стадии. И мы, кстати, договорились, здоровые и нездоровые теперь называть созидательные и разрушительные. Потому что слишком много вопросов люди задают, и мы не будем говорить про здоровые и нездоровые проявления стадии, мы будем говорить про созидательные и разрушительные, так гораздо понятнее. И вот то, что раньше было в нездоровом у желтого и вполне себе разрушительном, мы это называли, в табличке там это у нас давно висит, слепое доверие потоку. Ну, то есть именно слепой поток. Что ты не знаешь, куда тебя несет. Ты просто, сломя голову, куда-то ломишься. И если нет осознанности, если нет отчетливого понимания цели, что и зачем, кто и как это все делает, тогда входить в поток – это не входить в поток. Это тоже вот надо отличать непривязанное мировосприятие от состояния, там, простите, там, говна в проруби. То есть это же разные вещи. То есть что-то одно прямо бестолково бултыхается, а другое что-то знает, куда оно плывет и далеко иначе к себе относится и понимает, что и зачем это происходит. И это тоже про очень такое значимое доверие, и это про очень-очень тонкие вещи, которые не сразу возникают, культивируются, к ним имеет смысл прокладывать дорогу и очень тонко чувствовать. То есть, когда я просто с ветер в харю, и я, значит, бегу и не знаю чего, и что там мне... Или когда я всю жизнь готовясь, скажем... Просто отпускаю себя и ввинчиваюсь в невообразимую сложность и буквально, не, если бы я думал бы о том, что тут делать, меня бы там шею свернул. А поскольку именно потому, что я не думаю, я могу удерживаться на плаву. Просто буквально как-то поражать, опираясь на доверие, вот про то, которое ты говорил. И это две совершенно разные вещи. Ты знаешь, мне почему-то вот сейчас от твоих слов возникла такой образ, да, серфинга. Угу. Ведь серфингист, он же не плывет куда-то. Он ловит волну, и для него значим процесс, а не точка назначения. Да, точно. То есть это качество процесса. Угу. То есть ты качество игры, наслаждаясь качеством игры. И чувствуя свое мастерство в этом качестве игры. Реализуя свое мастерство. Но тут очень тонкий вопрос. Я даже, наверное, не умею еще так, ну, толком его сказать. Но какая-то очевидная разница тут есть. Мне кажется, это очень здорово, когда с одной стороны... Тут вопрос еще знаешь в чем? Что ведь не каждый... Вот как я это понимаю, ну, если это, опять же, будет ценным, да, отличие пассивного такого... Я пытаюсь подобрать какую-нибудь mm-hmm. корректную метафору, да? Ну, вот какое-то такое вот, да, сложить лапочки и плыть по течению, это скорее, мне кажется, вот туда, в такую, опять же, фиолетовую сторону, про то, что, ну, вот, значит, там, высшие силы меня куда-нибудь вынесут.
Вот. А Сотворчество. наслаждение процессом, оно, ну вот, во-первых, да, то есть это сотворчество тебя как какой-то осмысленной функции. Вот мне, кстати, мысль вчера это в голову пришла про то, что фактически, ну я даже не про человека говорила, а вообще любая живая система, она на самом деле живая вот с позиции не просто, ну как бы, жизни и смерти, да, то есть родилась, пожила, умерла. А живая система в части целостного такого вот проживания сонастроенного, да, с миром. Одной из характеристик живой системы, и человек есть, ну, прекрасный, собственно, очень ярким представителем, да, этой живой системы является, но это и на большую систему распространяется. Вот что самое интересное, вот это, собственно, такой вот предмет моего научного такого сейчас куража и азарта. Я над этой темой много работаю. Думаю, что статья родится скоро. Так вот, один из критериев, да, вот про живую целостную систему, это осмысленность функции. То есть очень вот эта целостность и сонастроенность, она достигается только тогда, когда мы начинаем осмысливать свою функцию. Потому что, ну вот опять же, возвращаясь к метафоре серфингиста, ну не каждому дано быть серфером. Есть прекрасные дайверы, которые могут нырнуть под этот водоворот волн, да, и там на дне насладиться процессом больше, чем тот, который скачет по волнам на серфинге. То есть, с одной стороны, вот это взрослое, целостное сотворчество с мирозданием, это очень четкое понимание своей функции, то есть того, что я умею делать от природы хорошо. Это вот это какая-то такая внутренний талант, внутренняя сила, над поиском которой, мне кажется, очень важно работать всю жизнь и оттачивать это мастерство, потому что каждый наделен каким-то вот этим, этой способностью, но мы все время пытаемся на кого-то походить, и раз вот серфингисты условно хорошо на серфе катаются, значит, я тоже научусь. И это как раз про ту же самую прекрасную историю, которую приписывают Эйнштейну, про то, что если бы всех оценивали по умению лазать по Да-да-да. деревьям, да, рыба так бы и умерла дурой. Вот. То есть вот здесь очень важно действительно понять, рыба ты или белка, скачущая по веткам, серфингист ты или дайвер. А может быть, ты вообще не в водной стихии находишься, а там бредешь по пустыне, и ты вообще там какой-нибудь, как это сказать, сын пустынь, да, и у тебя совсем другие навыки и качества. Это очень важно в себе понимать вот эту свою осмысленную функцию, которая, с одной стороны, является твоим умением по жизни, с другой стороны, она же является твоим инструментом творчества по жизни. И второй очень важный момент – это связанность с этой нитью, которой стихотворение, это мое одно из последних, потому что и это уже, наверное, как раз-таки про наслаждение процессом, про то, что ты можешь эту свою осмысленную функцию встроить в общий поток и не заколачивать условно этой своей этим своим умением, этой своей способностью гвозди, да, а творить что-то, наверное, совершенно потрясающее и уникальное, ни на что не похожее, но делать это можно только в сотворчестве с мирозданием. И мое глубокое убеждение в том, что если нам по жизни в кавычках не везет, да, вот не пьет, то это не потому, что удача от нас отвернулась, а это потому, что мы отвернулись от удачи, мы отвернулись от этого самого мироздания, от этого поля, мы просто-напросто бросили ту игру, которую оно нам предлагает, в которой мы обречены на победу, и пошли играть в какую-то вообще совершенно не свою историю, пытаясь кому-то доказать, что мы сами по себе. Слушай, вот наша Слушай, вот. встреча сегодня буквально отчетливое прям пособие по очень много иллюстраций в желтом мировоззренческом ключе.
Вот то, о чем ты говоришь, что мне надо понять, рыба я или кто там, да, лазю я вообще по деревьям, учиться мне лазить по деревьям или бросить это дело. То есть это же очень про такое призвание, ну, про предназначение, призвание, вот эту тему, которая для желтого становится очень важной, потому что ему нужно почувствовать и понять, в чем его тотальное отличие от всех людей, в принципе, в чем мое одиночество, в чем моя неповторимость и моя абсолютная несравненность и бесподобие. И Но вот прекрасность заключается в том, что призвание и предназначение — это не быть тебе врачом по жизни и все, и больше никуда не ну, ходить. конечно, это Это вот здесь очень важный момент про то, да. что вот эта внутренняя способность, этот внутренний гений, который вот я часто это так называю, или там талант, да, или врожденная сила, оно имеет колоссальное количество применений. И вот как раз-таки это вот мудрое мироздание, эта прекрасная нить, она постоянно нам подкидывает возможности применения этого таланта. Вот. Но, наверное, опять же, это часть нашей природы эго, что в большей степени нас тянет в те сферы успешности других людей, где мы видим примеры того, что у человека все получилось, и думаем, ну, значит, мне тоже надо туда. И это вот как раз-таки про то, как рыба пытается залезть на дерево. У меня тоже есть хороший рассказ, я не знаю, видел ты его или не видела. «Последний шаг» называется. Вот он буквально об этом я забыл, надо было обязательно нашим участникам его показать. Я вот сейчас вот вспомню, его обязательно покажу. Он начинается с того, что чернокожий таксист вот осознает Ага, себя ты мне на том рассказывал, свете. да. Помнишь, да, вот эту историю? Да-да-да. Вот. То есть, и ему ангел-то вот как раз вот хранитель-то, вот который в слове хранитель, кстати, есть слово нить, если ты это понимаешь, да, хранитель. Да. Вот. И вот этот нитель-хранитель, он ему говорит, то есть ты должен был быть первым чернокожим чемпионом мира по шахматам, и посмотри, что ты вместо этого сделал. Ты шашечки на машину нацепил. И он ему дает возможность вспомнить все свои предыдущие жизни, и там все время было что-то напоминающее шахматы. Ему там все время было что-то похожее на шахматы. Как в какой-то вот удивительной стороне. И всегда там было страдание, всегда там были конкуренты, всегда там были какие-то там разочарования. Он говорит, у тебя есть своя дорога, там конкурентов нет. Ты первый чернокожий чемпион мира по шахматам. И он его заворачивает обратно рождаться еще раз. И говорит, давай сам, ну, то есть я тебе чуть-чуть помогу, ну, это самое. И он ему как бы говорит, в следующий раз будет мат, тебе теперь шах. Вот. И вот «Последний шах» называется рассказ. И он как раз о том, что на всем первом порядке я могу, и это как-то печально, что я прожил жизнь без призвания, но я все равно там где-то был счастлив и так далее. Но как только в нас начинает звучать желтая история, как только мировоззренческая тема до этой высоты и тонкости раскрывается, я не могу так. Я не могу. Я не могу. Вот сегодня мне Facebook напомнил мой старый пост 2015 года. Тяжелый был очень год для меня. Гораздо тяжелее, чем этот. Ну, при всем вот этом карантине, при всем вот этим я совершенно точно понимаю, что вот этот год мой не будет тяжелее 2020, 15-го. Вот. И там была совершенно такая ситуация, что я действительно думал бросить спиральную динамику, потому что, ну, просто нафиг она никому не нужна здесь. Ну, просто, ну, она вообще никому. Ну, пусть кто-нибудь этим занимается. Ну, что я волочу это все на себе? И я постарался, как бы, ну, не то, что постарался, примерил на себя то, что я сейчас вернусь все в свои предыдущие ипостаси, которыми я был, там, в IT-бизнес, там, вот в это во все. И меня так скукожило. Ну, то есть, я просто понял, что я не могу. Да, мне трудно. Это к вопросу о том, что на пути призвания, ну, тебе не будет, ну, прям хихоньки-хахоньки, попрыгушески легко, но тебя будет вот эта нить, вот это совершенно успокоенное твое внутреннее естество, то место, которое верит в тебя, оно будет на месте.
и оно будет давать тебе очень много энергии справляться со всеми трудностями. Да? Оно будет давать тебе плюсы, минусы, там все. И ты будешь на самом деле счастлив. Но не по-детски счастлив, что дофига мороженого, да, и в школу идти не надо. Но не так счастлив, да? А счастлив так, что тебе ты вкалываешь, что тебя идет там, тебя, ты устаешь, тебе что-то не нравится, тебе там кто-то что-то тебя плющит, ты там с кем-то споришь, там кто-то тебя аплодирует, кто-то тебя какашками бросает. Но это такое серьезное, такое красивое взрослое счастье, которое тебя будет во, если ты идешь по своей дороге. И вот 2015 год меня этому научил. И вот и с этого года у меня идет это словечко «работаем», которое люди любят, когда я вот пишу это самое в комментариях или где-то «работаем». Что именно в этом году я для себя сказал, что я работаю. Это моя работа, и никакой там мои предыдущие ипостаси, никакой IT-бизнес, никакие там эти меня не спасут. Вот. И это вот такая глубинная вера, которая вот та наша нить, про которую Марина нам сегодня спела своими стихами, это вот про то. Сейчас вот хочу еще один найти. Как раз он хорошо будет под конец, только я что-то его пока... не могу найти. Стихотворение. Угу, вот. Тоже оно как завершение вот этой. Да, знаешь, еще пока искала, я тебя слушала, тоже такой важный момент, но это вот для наших зрителей, которые осведомлены, да, в спиральной динамике, по поводу того, что вот этот вот оранжевый, да, рациональный, достигаторский, он же как раз-таки только про результат, то есть он про то, чтобы любой ценой вот эту вот заветную планку, да, заветную ступеньку одолеть. А в моей личной биографии, то есть за мой личный опыт, да, зеленый, он как раз-таки был ознаменован тем, что я начала получать удовольствие от процесса. И я стала понимать, что процессы, они не менее важны, а иногда даже более значимы, чем результаты. Но как бы не умаляя, да, необходимости все-таки прийти куда надо, да, а то как в той самой будет Алисе в «Стране чудес», что если все равно куда идти, то да, все равно куда... В смысле, как там было? Все равно куда... Если все равно куда хочешь прийти, собственно, все равно куда идти. Ну, как-то так, да, перефразируя. То есть иди куда, можно в любую сторону идти. Вот. А желтый, мне кажется, и в моей жизни вот действительно зеленый был ознаменован тем, что качество процесса, качество коммуникации, качество взаимоотношений, качество достижения цели, да, состояние, в котором ты к этой цели идешь, mm-hmm. оно не менее значимо, чем просто дойти. Да. Он такой процесс. Да, да. А желтый, ну не зря он все-таки вот как бы интегральный, да, в том числе. Он как раз-таки про то, чтобы объединить, да, с одной стороны видение результата, да, но результата не как какого-то там, я не знаю, денежного эквивалента или там сколько мерить в граммах там или в килограммах отвешивать, да, а он про какие-то. Про пользу. Про пользу, да, про значимые плоды. Да, про плоды. Но при этом очень важно, чтобы это было вот в таком вот процессе сонастроенности с, да, происходящим. И гибкости в том числе, да, вот, да, опять же, это очень важная тема прямо для отдельного разговора про этот самый agility, который сейчас, да, очень, да, мощный, да, да, да. Но это как раз-таки вот про ту самую гибкость и готовность вариативно действовать и адаптироваться к меняющимся, да, ситуациям, при этом не теряя из виду движение к этим плодам. Хотя и плод-то на самом деле может быть несколько иного качества, да, значительно лучше, чем ты изначально себе планировал, но так или иначе он будет ценным. И чем более качественный процесс, тем ценнее будет результат. И мне тоже кажется, что это открытие желтого. Раньше, да, мы это просто не понимаем. Вот. И часто теряем из виду. Во всяком случае, я за собой тоже замечаю это, что я часто теряю из виду эту мысль. Вот. А если позволишь, вот, да, собственно, да, 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 да. Про продолжение, оно, собственно, возможно, будет и таким финалом. Без названия стихотворения, оно уже почти полтора года, как
Ну, тоже про эту тему, вот она мне периодически всплывает. Раньше я считала это фатализмом, сейчас я понимаю, что это действительно именно в большей степени не вот такое вот, что как бы, чему быть того и ничего, того не виновать, поэтому как бы, трепыхаться бессмысленно. А это вот именно про то, о чем мы сегодня говорили, про самонастроенность. Без названия. Ты здесь всегда не один. Ты вовсе не одинок. Это не люди вокруг. Это внутри тебя Бог. В смехе, в улыбке, в слезах, в жесте и в фразе любой. Всюду не только ты. Бог повсюду с тобой. Нет, он не на небесах. То есть и там тоже ты. Он красота в глазах, когда ты вдыхаешь цветы. Он в каждом тихом люблю. Он в каждом вздохе твоем. В искреннем благодарю. В терпении подождем. В каждом сердечном прости. В каждом прощаю тебя. В каждом изгибе пути, что ты проходишь, любя. Вот такое вот со мной случилось чудо когда-то. Вот такое у нас было воскресенье. Изогнутое, прямое, любящее, с любовью. Спасибо большое вам, друзья. Были ли вы или не были вы с нами, спасибо вам в любом случае. Спасибо большое Марине за стихи. Всем, кто пишет стихи, тоже вас благодарим. Делитесь ими. А это нужно. Это они наши дети. И это, правда, нужно им давать побегать вокруг нас. Давайте выстраивать свои потоки так, чтобы и польза была, и красиво было, и качественно. И вот это очень взрослая задача, это очень красивая, ценная тема, которую мы сегодня поддержали для вас между собой. Вот, Марина, спасибо тебе за это. Спасибо. Увидимся в среду. До свидания. До свидания.